Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лорд Лемур, и добро пожаловать в No Man's Sky в режиме кооператив. И с вами Ларгус также. Ларгус, прошу Всем прощения. Привет! Да, вот он, я это белый с окулярами вместо глаз, а Ларгус в красивом костюмчике красном. Вот. И мы тестим в каком-то смысле кооператив. Ну, пытаемся играть. Сейчас мы пойдем добывать технологический модуль, но прежде я перейду в режим от первого лица, потому что это не Ice, это всего лишь было для приветствия. Так, где у нас тут? Окей, так, переключились. Сейчас я поставлю сканер чертежей. Так, вот он тут. Так. Да, что-то там походка вообще совсем не Ice. Да, это прям жесть. О, отлично, сейчас Слушай, я... Слушай, ну у меня тут есть некоторые модули. А. Как бы смотри, мы можем исследовать телепортацию между базами, деревянные окна, Б1, это то, что у меня сейчас. Потом деревянный фасад, система защиты от вредных факторов. Мне не хватает одного модуля. Так, чертежи, получается, потом... можно... Ух ты, исследовать здесь все-таки. Да, модуль посланий какой-то, станция связи, стеклянная панель дверной рамы, деревянная рама, деревянная арка, цветная подсветка. Это то, что можно сейчас исследовать. Подсветка зеленого цвета. Короче, можно исследовать еще цилиндрическую комнату, но мне не хватает одного модуля. Сейчас я посмотрю, может я что-то могу исследовать. Я еще даже не в курсе, что здесь можно все что-то исследовать. Раньше было по-другому все. По-другому чертежи находились. Так, блок анализатора активирован, ожидание ввода. Рекомендации системы диагностики. Извлекайте засыпанные технологии из мест раскопок, установите и используйте анализирующий визор. Так, исследование чертежей. Ух. Так, точка сохранения. Понятно. Модуль телепортации между базами. Вот эта штука потом понадобится. Так, что у нас ну, тут? Это мы на станцию будем перемещаться. Деревянный фасад. Так, тут в основном станция связи. О, то, наверное, тут можно сообщение тебе отправить. Модуль послания. Небольшое удобное средство для передачи и просмотра сообщений небольших объемов информации. Интересно, для чего это? Два типа. Ну, да, тут есть чертежики, но пока они так себе. То есть, исследуйте планету, найдите засыпанную технологию, используя анализирующий визор. Ну что ж, пойдем за ним. Пойдем искать. Будем да. искать технологии. Ага. И, дорогие... Включай визор. Да. Ну, я его уже нашел, у меня отметка есть. Так, где-то он... Ну, побежали. А где он был? Так... Вот он был сейчас. А я уже выкопал один. Круто. Смотри, вот у меня есть 264 метра. Пойдем? Да-да. У меня тоже приблизительно так же. Только 364 пойдем. У меня почему-то. Так, куда, на твою пойдем или на мою? Да, давай на мою, потом на твою. Так. Любопытно. Так, что это меня кусило? Растение. Их не убрали, да, и они остаются здесь. О, растения в стиле Ктулху. Вот они здесь есть. Осьминожчатые. Заодно и засканируем их. Ты побежал так совсем вообще, ты все пукаешь. Пропускаю? Я только что за тобою... Да, я только что за тобою подобрал, он там еще кто-то подключился. О, так... Сейчас. О, нашел я. Да, это что-то я вижу. Здесь бури. Прям не знаю, их много. Блин, мне нужно зарядить. Ну или ты пока покопай. Так. Зарядить. А у меня нету тут ничего. Чистый феррит. Намагниченный. Так, чистый возьму. Забирай технологию. О. Потому так. как я ее не вижу. Потому что надо еще копать. Так. Так, и где?
Так, что-то как-то... А где она? Может, она глубоко? Ну, кстати, любой бури можно избежать, по-моему, зайдя вглубь. Вот сюда. Да, можно. Ты пещеру нашел? Выкопал. Но у меня не восстанавливается этот, к сожалению. Восстанавливается в основном в помещениях. Интересно, если дальше выкопаю. Я так думаю, его здесь нет. Странно. Пойдем мой посмотрим. Да, пойдем. Что это очень странно, что этого нет здесь. Я, кстати, его тоже вижу, но его нет. Да, пойдем. Ты видишь мой? Нет. Это что? Ты это видишь? Теперь вижу, да. Все, отметил. Что это за глаза, растущие из земли, блин? Я тебе про это же и говорил. Тут много чего. Ай, токсический урон. Да, токсический урон, по-моему, что-то слишком высокий. Так, быстро натрий. О, нашел. Вот он. Есть. 25 нанитов. Да, извлеченная технология. Нет, наниты. А, это и есть наниты. Так на наниты открываются эти штуки. Чертежи, понятно. Нет, это наниты, это внутренняя валюта. Понятно. Нам нужны технологии. А у нас не технологии, а наниты. Мне написано, обработайте найденную технологию. Используйте X, чтобы есть вызвать. Еще одна, 208. 208. Пойдем смотреть. Пойдем. Так. Да. У тебя корабль, кстати, заправленный? Да. Что, если что, сразу, чтобы корабль можно было. О, как раз натрий по пути. Блин, как же он далеко. Видишь его? Да, так. Да, только мне его нечем нет. Зарядить. Блин, черт. Нет, 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 ты метку бою. Сейчас я... Сейчас чуть не сдохну. Так. Все, зарядился. Ух ж, это буря. Так. Это здесь ты была... Ты меня видишь? Пока нет. На, теперь вижу. Забираем моду. Так, ты выкопал? Да. Забирай его. Забрал? Сейчас, секунду. А где он? Вот он. А. А, забирай. Так ты его выкопал. Да, забирай его. Просто из-за того, что у меня углы обзоры... Извлеченная технология. Опять. Видишь, у тебя технология. Угу. А у тебя наниты пишут? А у меня извлеченная технология. У нас получается, видишь, я выкапываю, ты можешь забирать. У тебя получается тоже технология. И у меня технология. Угу. Так... Давай смотреть, где еще. Подожди, я сейчас восстановлю свой этот щит. Натрий, натрий. Кобальта не хочешь? Мне натрий нужен. Сейчас сдохну. Че ты молчишь? Давайте натрий дам. Да. Я пока не знаю, как обмениваться здесь. С персонажами. Давай, бегай далее. Угу. Тикс. А как здесь обмениваться-то?
Неизвестно. Так. И вот стоим мы на планете страшной. Слушай, я там натрий вижу. Давай я быстро его добуду. Давай. Я не хочу твой. Так. Блин. Кстати, в пещере можно натрий. Угу. Надо мне его как-то выкопать. Приличное количество. У тебя рукавица есть? Рукавицы? Химзащита. Да, рукавица химзащиты. Нет. Нет у меня. Ты забрал натрий? Да, забрал. Нам по ним понадобится еще, судя по тому, какая-то планета. Я просто привык у себя бегать, там у меня нет вредных вещей, факторов. Так. Там натрий, там далековато. Вон натрий. Сейчас. Он там. Короче, я думаю, я до базы добегу. Давай обратно побежим на базу и посмотрим. Кислород бери. Кислород? А он у меня есть. Да. Его много. Как ни странно. Вот. Здесь надо. Побирай тут. Блин, сейчас. Я, кстати, медь вижу. Медь? Так вот еще цветок один, забирай. А, их там два было. Там два было, забирай. Все, забрал. Медь идем копать? Ну, давай. Ну, вон она. Угу. Такс. Капай, ёпт. Ну, хотя у меня меди достаточно много. Больше 500, по-моему. Тебе надо продать ее. Да. А за нее много дают? Да, здесь много. Больше, чем за золото? Сколько за золото дают? Не знаю. Я еще здесь не продавал. Но раньше было много, да. Раньше было достаточно. Сейчас, по-моему, так не особо обогатишься. Короче, медь на втором месте. А на первом что? Первом кобальт. Ящики не надо? Посмотрим сейчас что. В зеленом, как всегда, будет хлам. Так. Здесь... Мой белый. Ай, блин. Пардон, я оба открыл. По привычке. До базы. Сот, добежишь? Да, добегу. Давай пойдем до базы, иначе уже. Так, твоя база там. К счастью, я добыл. Кана наша база. Кислород. Да. Кстати, пещера, может быть. Корабль вызвать? В смысле? Не. В пещеру загляну. А, давай. Пещера есть. Веди. У меня просто FPS 16, понимаешь? Поэтому я немножко торможу. Так как картинка. Поэтому да, я поэтому тебя и вожу. Так. Смотри аккуратней. А здесь смотри, она... Аккуратнее. Блин. О, боже. Здесь эти твари. Так. Не понял. А, у меня этот закончился. Ух ты, сколько же здесь опасных. В смысле, когда рядом с ними стоишь, повреждение идет, получается. Да.
О боже, здесь Ух очень ты. опасная Это было токсичность, больно. очень резко падает. Я сейчас их повыдергиваю. Ты из-за них, да? Я так понимаю. Да, я повыдергиваю. Тебе надо как-то нафармить перчатки. А у Я все тебя они повыдергиваю. есть? Все хорошо. Да. А. Собирай кобальт. О, у кобальта сейчас картинка, как у Геридия раньше, если я не ошибаюсь. Или другого элемента. Раньше он не выглядел так. По-моему, раньше кобальта и не было. Текс. Неплохо. А это что такое? Ну, просто дырка. Я думал, это и есть. Так, что это такое? Луковичная тыква. Извините. За нее ничего не дают. А раньше они, знаешь, какие дорогие были? Тут есть биожемчуг. Вот он еще что-то там стоит. Да, раньше биожемчуги, то есть не луковицы, а именно биожемчуги были довольно полезной Ну, штукой. на этой планете есть. Вот еще кобальт. Текс. Ну-ка. Круто. Снял. Тут, кстати, еще пещера есть. Я просто хочу поскорее выполнить этот задание. Я в пещеру. Чтобы... Окей, давай. Беги в пещеру, я на базу, чтобы задание сдать. Потому что, дорогие друзья, надо выполнять эти задания, ибо я очень хочу продвинутый мультитул. В каком-то смысле это для меня даже больше значит, чем новый корабль. Потому Один что... миллион. 1 миллион. 1 миллион, самый дешевый, который я нашел. Oh. При этом самое интересное, это не первая моя система, это уже, наверное, система третья. А, у меня пока только первая там. Я порядком-то и не успел нормально побегать, потому что, ну, знаешь, сериал там, все Сериал, такое. конечно, да. Ну, кстати, Это занимает кучу на времени. следующей неделе будет спецвыпуск. Не буду спойлерить чего, но это будет не совсем А, нет, сериал. не спойлер. Да, но это будет не сериал, это будет спецвыпуск, очень интересный Тебе и юмористический. натрий надо? Что надо? Натрий надо? Натрий? Не, пока не надо. Так. Да, я скрываю. Срывай. Слушай, а я тебе могу, в принципе, дать натрий, знаешь как? Как? У меня что, его валом? О! Поставь машинку очистительную. Модуль сохранения. Я поизучу его. Медицинская станция. Модуль восстановления здоровья. Что? Система защиты от вредных факторов? Что это такое? Устанавливаю на систему модуль подзарядки. Система защиты от вредных факторов. Вот это полезная штука. Пожалуй, это надо взять. Че тут? S. Смотрим. Станция связи. Закрытый ящик. Декоративные предметы для украшения базы. Интересно, в него нельзя ничего класть? Ай, жаль, что нет. Так, ну ничего. Давайте возьмем вот это. А, деревянный фасад. Что тут? Медицинская станция. Блин. Ее я еще не могу взять. Так, и какое же будет следующее задание? Вернитесь к компьютеру базы. Я тебе натрий фармлю. Куда ты побежал? А, как ты его? А, может быть, ты будешь класть сюда натрий, а я его отсюда забирать. Да? Имел Да. в виду так. Я просто не знаю, у меня этого натрия. Нитрат натрия. Тебе нужен нитрат натрия? А у меня его, кстати, нету больше. Блин. Тогда я верну тебе сейчас. Подожди.
Сейчас положу сюда нитрат натрия. Да я бы только мог бы половину забрать. Все. Что так? Сообщение системы звездолета. Журнал компьютера базы обновлен. Вернитесь к компьютеру базы. Блин. А, к этому тоже сойдет подойти. Конечно. Посмотрим. Сканер засек необычное. Без конца повторяет 16. Космическую станцию. Аварийная трансляция. Странник находит свои крылья. Он летит к нам, как и предначертано. Найдешь нас, когда придет время. Так, компьютер базы прервал собственную программу по расшифровке архива и воспроизвел аварийное сообщение. Но трансляция совершенно не похожа на сигнал бедствия. Однако, возможно, содержащаяся в нем информация правдива. Возможно, пора отправиться в полет, вернуться в космос и разгадать эту тайну. Бла-бла-бла, приключения зовут. Джунгли зовут. Конечно, припарковался жестоко. Да, как всегда, у меня с парковкой проблемы. Так, я так понимаю, мне надо... Куда мне надо сейчас? Животных посканируй, животных посканируй. Да. Ну, я на фарм буду тратить ночь. Ночью буду сидеть и фармить деньги. Мы сейчас можем слетать на станцию, и ты продашься. Угу. Ну что ж, тогда полетели на станцию. Полетели. Сейчас гриб этот отсканирую. На этой планете столько разных растений. Вот один гриб на воздухе висит. Понятно, что это баг. Тут не только растений. А нет, это не баг. Очень... Да, тут прям в этом плане все кишмя кишит. Какие-то мелкие... Тут и равнины какие-то открываются. Я тебя потом, хочешь, отведу на равнину, открытие сделаешь? Можно. Сейчас. О, за животных дают много. О, кстати, рядом с моим кораблем буквально был натрий. Прикольно. Я его не видел. Такс. Так, посмотрим. Все системы подзаряжены. А ты в космосе уже воевал или еще нет? Воевал. А, успел. Тебя пираты догоняли или кто? Здесь есть, кстати, да, пираты? Да, они меня хотели есть. Они меня просканировали, хотели у меня груз забрать. Но они на того напали. Здесь появились ракетные мне установки. Мне просто повезло. Да, мне просто повезло с тем, что я возле кораблей был. Корабли напали на пирата. А. Круто. Теперь третий. Отлично. Третий. Крутая штука. Ну вот серебро куда девать? Его тоже продавать? Продавай. Угу. Круто. Ты же продаешь? Ой, черт. Я чуть этот... Так как сервак лаганул, я сначала влетел в стену станции. А потом... Так, посетите, осмотрите космическую станцию. Так, ну-ка, сейчас осмотрим. Куда ты полетел? Ну, на космическую станцию. По заданию. А зачем? У нас станция рядом. По заданию это... полетел? Да, по заданию. Он мне показывал именно сюда. Так. Ученая сущность Вуил. Так, металлическое существо начинает тараторить, выстреливая слова в неведомом мне языке. Возможно, оно поймет код, найденный мной. Передатчики сигнал. Повторить код.
Кот странно повлиял на существо, его свет замер, а речь оборвалась. Спустя мгновение оно перезапускается, похоже, оно не помнит моих слов. Ай, ясно. Тут, кстати, вот есть это... планета минус 53 градуса. Угу. Минус 100 бывает. Не смотрите. Наверное. Так, я сейчас второму скажу, он поумнее, кажется. Так. Но оно странно отреагировало на меня. Короче, надо будет пораспрашивать у всех. Вот этот. Может, мне скажет что-нибудь. Так. Так, опять игнорирует гаденыш. А, интересно, вот. Дорогие друзья, думаю, вы видите, что как сильно изменились станции. Раньше они такими не были вообще. А сейчас, прям, не знаю, радость для глаз, и станция более или менее напоминает полноценную станцию. Так, сущность связи какая-то. Ты животных скинул? Ну, пока еще нет. Сейчас. Ага, мы наблюдаем за тобой, друг странник. Найди то, что тебе оставили. О, этот ответил. Инопланетянин говорит, что... но это чужие слова. Код эхом возвращается ко мне вместе с красным взглядом и превращается в набор координат. Отливающий багрянцем свет затухает, и существо смотрит на меня сквозь визор. Что бы сейчас ни произошло, оно этого не заметило. Мне стоит уйти и найти то, что было для меня оставлено. Так. О! Теперь надо идти куда-то в другое место. А здесь в любом месте можно продаваться. В смысле... Ну, фактически, да, походу. Не, ну только то, что из стены торчит. А, то есть этим... Вот визор, видишь? А, да. Вижу. Да, терминал галактической торговли. Вот сейчас мы и посмотрим, сколько... Сколько что стоит. Соль стоит 8... Разные, кстати. Да, 8 тысяч соль стоит. А, дигидроген. Сколько так? Ух ты! Медь стоит 14 тысяч. Так, натрий 11 тысяч. Ух ты, кобальт 22 тысячи. Давай продам-ка я кобальт. Я же тебе говорил, давай кобальт фармить. А. Такс. Вязкие жидкости. Ну, просто так как это все-таки летсплей, все эти фармовочные дела я буду делать за кадром. Так, что это такое? Микропроцессор. Зачем он нужен? Компактный низкотемпературный микрочип собирается из... для получения которого требуется... Бла-бла-бла. Используется для продвинутых технологий. Так, что это такое? А. Посмотри, может быть, у тебя есть возможность купить перчатки химические. Да. Так, золото тоже продается. Золото, кстати, стоит дешево вообще. Копейки. Так, радон ничего не стоит. Короче, сейчас посмотрим, что можно купить теперь. Так, технологический модуль. Ух ты, 59 тысяч стоит. Прикольно. Натриевый диод. В принципе, ничего особенно интересного здесь нет. Ой, может... не покупай это все барахло. Да, я не покупаю. У меня осталось загрузить то, что я просканировал. Открытие. Сейчас мы все это загрузим. Ты... костюм улучшил здесь на станции? Костюм? А его еще можно да. улучшать? Вау. Ну да, можно ячейки добавлять. Не знал. Сейчас попробуем. Посмотрим. А за сканирование я получаю наниты? Ой, ну, выходит так. Сканирование чего? Животных и окружающей среды. Да.
Там, когда, да, зависит от редкости, получаешь либо ананиты, либо аши юниты. Мне, кстати, интересно, что такое ртуть? Хм. Так, что это? Это священник, боже мой, зачем меня все время к священникам тянет? Дай ему денег. Не надо. Обойдется. Вон магазин мультитулов. Он много болтает. Да-да-да, ты посмотри, сколько стоит. Приобрести компоненты, сейчас посмотрим. Модуль плазмомета. Так. Ну, он стоит нормально. Модуль расщепителя. Улучшение расщепителя. Ты вот это не видел. М? Вот. Бок. Вернись. Сейчас подожди. А. Ну, они стоят 120, 80 нанитов. В принципе, нормально. Не так дорого. Я эти чертежи куплю лучше. Сделаю смотри сам. Сюда. Смотрю. Смотри, сколько стоит. А, этот новый мультитул. Да блин. Я не могу на него посмотреть. А, вот так. Поводи вот там. Вот. 13500 юнитов. Мультитул? Да, я его могу шутишь купить. А ну отойди. Покупай. Так. Ну, оно по своей силе одинаковое, как у меня. Хотя нет, оно лучше. Сканеры там на 17. Ячеек больше, посмотри. Нет, там не больше ячеек. Там. Хотя тут еще что-то есть. Еще боевой прицел. Так. Здорово, пичуны! Это кто еще такой? Это TikTok Games. Это Кирилл. Чувачочка подсоединился, они не ожидали, что я... Здравствуйте, да. Вы участвуете в летсплее. Это необычный летсплей. Так, прикольно. Кирилл, это для Ютуба съемка. Да. Если что, поздоровайся со зрителями, ты попадешь в кадр. Давай. Так, если что, у меня новый мультитул. Привет, товарищи, я тут это самое, к вам присоединился случайно. Промазал, молясь. Чем занимаетесь, рассказывайте. Ну, мы тут мультитулы покупаем. Вроде бы. Изучаем игру. О, мультитул. Мультитул, клёво, клёво, клёво. Вот не поверите, а я бегаю еще, знаете, с каким? На 7 ячеек самым простым. Ну, у меня такой же. Блин. Я уже был на этой станции, оказывается. Вау. Корабельное телепортационное устройство. Сканер экономики. Технологии сенсоров дальнего действия. Иди сюда, посмотри. Телепорт Вау. Классная штука, на самом деле. Рекомендую. У тебя есть здесь что-нибудь? Висит? В смысле? Сейчас я зайду. Ну, улучшение какое-нибудь есть? Ну, я могу купить дополнительную ячейку для костюма. Вот, покупай. Бери. Нужная штучка. Угу. Отлично. А еще что-нибудь я могу купить? Сейчас посмотрим. Ой, какой кораблик подвел. Так. Реактивные ботинки. Так, ты на чем прилетел? Я на своем первоначальном ведре. О, перчатки от химзащиты. Мне требуется репутация 3 от корвуксов. Представляешь? Вот, блин. Ну, сейчас будем открывать тогда плантации. Да, восстановитель кислорода. А, вам уже известен этот чертеж технологии. Текс. Грузовой корабль-то еще себе не покупали? Я тебе покупал. Да, здесь все по-человечески сделали, это не может не радовать. Я чертежик себе какой-нибудь возьму, на всякий случай. Из продавца мультитулов. Да, у меня, кстати, тоже. Так.
Продвинутый расщепитель. Что еще тут есть? Рециркулятор. Во! Да. В систему сканирования встраивается дополнительный мощный процессор, значительно ускоряющий перезарядку устройства. А! Время прискакивания. Да, понятно. Боевой прицел. Гасящий. Так. Тут я. Прикольно. Итак, дорогие друзья, я думаю, что время прощаться, потому что запись уже как 35 минут, а с моим интернетом это еще надо загружать. Поэтому сейчас я быстро перехожу в режим прощания. Блин, где-то. Ага. Так. Тыц. Тыц. Да. И... Жаль, здесь нельзя на горячие клавиши вывести какие-либо движения и действия. Может и можно. Если вы знаете, как это сделать, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Да, было бы интересно очень знать, как это делать. Да, а то надо каждый раз заходить, чтобы вот так вот помахать. Ну что ж, с вами был Ларгос и Лурлемур. Также дядюшка Кирилл, или просто Кирилл. Да. TikTok Games, который на время зашел и почему-то вышел. Да, и до скорых встреч, если вам понравился подобный живой такой выпуск, да, без моей там, скажем, официальной болтовни, то ставьте лайки и пишите, что вы хотите увидеть нечто подобное. Смотри, 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 Корбакс, Корбакс машет тебе. Где? Повернись, повернись. Да. Обернись. Обернулся, смотрю. Сзади. Пока не вижу. Корбакс машет. Не, не вижу. Не видишь? Не, у меня он не машет. Ладно. Что-то. Ладненько. Ладно, ребята, всем пока. Спасибо, что побыли с нами. Надеюсь, вам понравится. Не забудьте поставить свои пальцы вверх и подписаться на канал. Да. До скорых встреч, дорогие. Самое главное. Всем пока-пока. Пока-пока.